Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня у нас пятница, 8 часов вечера, а значит, прилетел Зур. Прилетел у нас на NES могила Смотрителя. Вот он, тут на дереве. Перед тем, как я расскажу, что он привез, роковая линграмма идет одна на три персонажа. Подходите к покупке его с умом, потому что стоит 97 осколков. Если у вас есть вся старая экзотика, нет смысла покупать. Новые экзотики это не даст. Хотя вы можете выбить себе какую-то шмотку с новыми талантами. Что касается пятерки мечей, разнообразит ваши сумеречные испытания. Либо вы их сделаете легче, либо тяжелее. То есть настраиваете. Очень полезная штука. Багрец, напомню, от гонки фракции разработчики не отказались. Если вы новый игрок, у вас нету этой экзотики, купите. После убийства восстанавливаются ваши боеприпасы, плюс восстанавливается ваше здоровье. Очень важная штука в плане гонки фракций. Вот. Те, кто не участвовал в них, напомню, там были модификаторы, которые влияли на вашу скорость восстановления здоровья. Поэтому в целом револьвер хороший. Кстати, в PvP с ними некоторые играют и достаточно эффективно. Что касается топтунов, это для охотника, напомню, увеличивает скорость бега и дальность скольжения, прыжки и так далее. То есть именно для тех, кто любит вот носиться как сумасшедший. Что касается талантов, тут у нас ускоряет смену и боеготовность плазменных винтовок, а также револьверов. То есть тут на выбор, обратите внимание. Также активация классовой способности сокращает время гранаты. Тут у нас идут резервы для винтовок разведчика, а тут увеличивает шанс выпадения особых боеприпасов, это зеленых. Далее, по поводу рок-хепри, вот тут интереснее. Обратите внимание, во-первых, прицел луков идет и прицел для револьверов. Улучшает захват целей, точности стрельбы и скорость прицельной как у луков, так и у револьверов. Так что это достаточно неплохо. Напомню, что дает перезарядку баррикады, да, и помимо высвобождает энергию перед баррикадой. Ну, спорная очень шмотка, но вот таланты тут неплохие. Дает дополнительную энергию, суперспособность при убийствах в ближнем бою. Также дают резервный боеприпас для дробовиков. Например, если мы берем какого-нибудь повелителя волков, да, вот который я освещал совсем недавно, вот как раз дополнительные боеприпасы вам подойдут. Также увеличивает шанс выпадения фиолетовых боеприпасов. Ну и напоследок лик правды. Это у нас убийство энергией ускоряет восстановление гранат у вас, у ваших союзников. Также, обратите внимание, прицел для луков, как и на рок-хепре, также идет и прицел для револьверов. Так что, если вы хотите играть с револьвером, у вас нету нормальной экзотики, вот, можете купить. Особенно, еще раз говорю, если вы играете с револьвером. Дает дополнительную энергию, суперспособность при убийствах рукопашной атакой. Также дают резервные боеприпасы дробовиков и также дают фиолетовые боеприпасы при убийстве врага. То есть есть из чего выбрать. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пальцы вверх ускорят выход роликов на моем канале. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья.